Шампунь «Активное мумио» для роста волос укрепляет и стимулирует быстрый рост новых луковиц. Стоимость – главное отличительное качество профессиональных средств по уходу за волосами – это не цена, а лечебное воздействие. Однако в данном случае, имеется уникальное сочетание низкой стоимости и высокого профессионального результата. Средняя цена – активное мумио 300-450 рублей. Низкая стоимость никоим образом не оказывает воздействия на положительные характеристики средства. Положительные отзывы во многих регионах свидетельствуют о том, что шампунь действительно эффективен, а его лечебные свойства не преувеличены. Противопоказания. Говоря о лекарственных свойствах шампуня, нужно обязательно указать противопоказания ограничения по применению. Биологически активное вещество мумио имеет некоторые ограничения, которые касаются взаимодействия алкоголя и активного основного вещества. Мумио абсолютно не способно раствориться в спирте, а потому применение шампуня и одновременное употребление спиртных напитков нежелательно. При совместном употреблении мумио и алкогольных напитков может наблюдаться снижение лекарственного эффекта на волосы. Специфический запах минерального смолянистого происхождения также может считаться противопоказанием к применению людям, которые не переносят запах мумио. Легкие ароматизаторы и отдушки насыщают готовый шампунь легким ароматом кислинки, но все же присутствует специфический аромат, который может нравиться не всем. Что касаемо применения шампуня беременными и женщинам в период лактации, то здесь противопоказаний до сегодняшнего момента не фиксировалось. Однако рекомендуется перед началом применения провести консультацию у педиатра. Рекомендуем прочесть особенности роста волос во время беременности. Фото да и после правила применения каждое лекарство приносит пользу только в том случае, если соблюдены правила приема. То же самое касается и применения шампуня с активным компонентом мумио. Когда необходимо увеличить рост и одновременно снизить количество выпавших волосков, стоит соблюдать рекомендации по применению средства. Впитывание активных компонентов происходит после 2-3 минут после нанесения. Поэтому для того, чтобы достичь нужного эффекта, нужно следовать рекомендациям педиатра и косметолога, на влажные волосы нанести незначительное количество шампуня, вспенить, смыть водой. Повторить процедуру, увеличив количество шампуня вдвое. Второй раз шампунь нужно подержать на волосах не менее 5 минут. Смыть теплой водой. После мытья не использовать фен, локоны должны высохнуть естественным способом, без использования теплого воздуха. Для увеличения лечебного эффекта рекомендуется дополнительно применять маски и спреи для сухих локонов на основе мумио. Мыть волосы 3-4 раза в неделю. Эффект от использования. Положительный результат при использовании шампуня можно ожидать уже после первого мытья волос. При постоянном использовании шампуня происходит полное восстановление структуры волос, нормализуется водно-жировой баланс. Чешуйки волосков наполняются нужной влагой, тем самым устраняя эффект ломких, спутанных локонов. Природный блеск без утяжелений – реальность. Нужно только уметь пользоваться силами природы. Плюсы и минусы. Активное мумио имеет массу преимуществ и только пару пунктов недостатков. Преимущества – низкая цена. Масса активных компонентов в составе – густая консистенция, большое пенообразование, лечебные свойства, восстановление структуры волосков. Биологически активные природные компоненты, недостатки, индивидуальная непереносимость запаха, снижение активности при одновременном употреблении спиртных напитков. Особенности современного ухода за локонами часто приносят негативные побочные эффекты, выпадение волосков. Как результат, облысение, перхоть, сухость, ломкие кончики, тусклый цвет волос. Природное восстановление – единственная возможность вернуть былую красоту естественным путем. Увеличение роста волосков происходит за счет стабилизации микроциркуляции кожи головы, укрепления луковицы. Иначе говоря, мумио на начальных этапах воздействия укрепляет волосы, а уже потом стимулирует рост новых волосков в ранее поврежденных луковицах. Не подошло средство? Не расстраивайтесь, мы приготовили для вас другие шампуни для быстрого роста волос «Лошадиная сила для роста и укрепления». Волос. Правила применения Алерана для роста волос у мужчин и женщин, достоинства и недостатки, лучшие шампуни. Для роста волос от Schwarzkopf, насколько эффективны шампуни Виши для роста волос, полезные видео мумио для волос. Принцип воздействия. Косметологическое средство только очищает поверхность волос от пыли и грязи.
Профессиональный шампунь, благодаря активным компонентам, восстанавливает структуру волос, нормализует обмен веществ, повышает устойчивость к агрессивным факторам, увеличивает регенерацию волосяной луковицы. Именно в этом заключается разница между простым косметологическим моющим средством и лечебным шампунем. Как выбрать среди широкого ассортимента качественный, но главное, действенный шампунь, который может справиться с главной проблемой современного человека – выпадением волос? Состав и преимущества: активное мумиё – минеральное смолянистое вещество темно-коричневого либо черного цвета, которое находится в большом количестве в Алтайском крае, в частности, в его горных регионах. Обильное скопление минерального компонента и его точное происхождение до сих пор считается открытым вопросом для многих ученых. Несмотря на свою низкую цену, шампунь в своем составе имеет активные, действенные компоненты, которые напрямую воздействуют на поврежденные участки волоса. Сухие волосы получают увлажнение, жирные – стабилизацию, выделение подкожного жира, а посеченные кончики волос получают нужное увлажнение и питание. Состав: активное мумиё – это содиум кокаэмпхуасетейт, ПАФ из кокосового масла, который образует собой пену. Без этого компонента любой шампунь не может пениться. Пантенол обеспечивает нормализацию выделения подкожного жира, обладает противовоспалительным свойством. Бетаин – составляющий компонент, который входит в состав профессиональной косметики для увлажнения и питания ослабленных, поврежденных волос. Амадиметикон способствует оседанию активных компонентов в том месте, где это необходимо. Мумиё впитывается больше на поврежденных участках волоса, меньше – на здоровых. Мумиё оказывает лечебное и профилактическое воздействие, способствует активизации защитных функций кожи головы. Парфюмы и одушки придают шампуню нежный кисло-фруктовый аромат. Какие проблемы решает положительное воздействие мумиё оказывает на поврежденные волосы? Благодаря богатому природному составу, мумиё активно используется для восстановления волосяной структуры, нормализации жирового баланса кожи головы. Среди отличительных положительных характеристик шампуня «Активное мумиё» важно отметить ускоренная регенерация клеток кожи головы, антибактериальное воздействие, профилактика перхоти, устраняет ломкость, обогащает кожу и волосяные луковицы микроэлементами и маслами, возвращает локонам естественный блеск и подвижность, насыщение кожи головы минералами, в результате чего происходит нормализация обмена веществ, улучшается микроциркуляция крови, противовоспалительное воздействие, активизация лимфодренажа, увеличение защитных функций волос. В комплексном применении шампуня, масок и спреев с активными компонентами мумиё отмечается значительное снижение образования седины. Шампунь «Активное мумиё» способствует активизации и сохранению природного пигмента, который отвечает за цвет волос. Правило применения: каждое лекарство приносит пользу только в том случае, если соблюдены правила приема. То же самое касается и применения шампуня с активным компонентом мумиё. Когда необходимо увеличить рост и одновременно снизить количество выпавших волосков, стоит соблюдать рекомендации по применению средства. Впитывание активных компонентов происходит после 2-3 минут после нанесения. Поэтому для того, чтобы достичь нужного эффекта, нужно следовать рекомендациям педиатра и косметолога, на влажные волосы нанести незначительное количество шампуня, вспенить, смыть водой. Повторить процедуру, увеличив количество шампуня вдвое. Второй раз шампунь нужно подержать на волосах не менее 5 минут. Смыть теплой водой. После мытья не использовать фен, локоны должны высохнуть естественным способом, без использования теплого воздуха. Для увеличения лечебного эффекта рекомендуется дополнительно применять маски и спреи для сухих локонов на основе мумиё. Мыть волосы 3-4 раза в неделю. Эффект от использования: положительный результат при использовании шампуня можно ожидать уже после первого мытья волос. При постоянном использовании шампуня происходит полное восстановление структуры волос, нормализуется водно-жировой баланс. Чешуйки волосков наполняются нужной влагой, тем самым устраняя эффект ломких, спутанных локонов. Природный блеск без утяжелений – реальность. Нужно только уметь пользоваться силами природы. Плюсы и минусы: активное мумиё имеет массу преимуществ и только пару пунктов недостатков. Преимущества: низкая цена, масса активных компонентов.
В составе – густая консистенция, большое пенообразование, лечебные свойства, восстановление структуры волосков, биологически активные. Природные компоненты, недостатки, индивидуальная непереносимость запаха, снижение активности при одновременном употреблении спиртных напитков. Особенности современного ухода за локонами часто приносят негативные побочные эффекты, выпадение волосков. Как результат, облысение, перхоть, сухость, ломкие кончики, тусклый цвет волос. Природное восстановление – единственная возможность вернуть былую красоту естественным путем. Увеличение роста волосков происходит за счет стабилизации микроциркуляции кожи головы, укрепления луковицы. Иначе говоря, мумио на начальных этапах воздействия укрепляет волосы, а уже потом стимулирует рост новых волосков в ранее поврежденных луковицах. Не подошло средство. Не расстраивайтесь, мы приготовили для вас другие шампуни для быстрого роста волос «Лошадиная сила» для роста и укрепления. Волос правила применения Алерана для роста волос у мужчин и женщин, достоинства и недостатки, лучшие шампуни. Для роста волос от Schwarzkopf, насколько эффективны шампуни Виши для роста волос, полезные видео мумио для волос. Шампунь и бальзам, мумио для волос.